Всем привет! Вы на канале Сура-Сура. Сегодня пятница, очередное обновление. Что же нам добавили? Во-первых, добавили новое яйцо, новый фонтан, несколько новых нарядов. Также вчера открылся Звезды Проспект. Особо обозревать его не буду, просто потому что мне это скучно, и я его особо не делаю, я им не очень заинтересована. Но самое главное, починили вход с 8-го андроида. Да, теперь те, у кого 8-й андроид, могут нормально заходить в игру. Собственно, вот то самое яйцо. Добавили все, как я и говорила, за исключением аксессуаров. Из аксессуаров это лампа в руку и лиса на голову. Она говорит о том, что у нее есть друг. И да, у нее действительно есть друг, который очень сильно похож на нее, но он цепляется за ногу. Также побочный наряд солнечный зайчик, как я и говорила, показывала на картинке. Вот он. И вот, собственно, Звездный проспект. Все как обычно. Наряд в первой дорожке обычный, наряд во второй дорожке более дорогой. Для него нужно купить VIP. Вы можете купить обычный VIP и получить сразу тоже награды с первой и со второй дорожки. Не обязательно покупать королевский. Он отличается тем, что дает еще 15 дополнительных уровней. Новый фонтан эльфов. Вот та самая ванна, тот самый наряд и крылья. Боже, крылья мне не нравятся, и думаю, я потрачу на это деньги, чтобы выбить их. Сама ванна мне не очень нравится, но побочные наряды неплохо. Что новые события? Добавили ограниченную распродажу, там наряд Звездная река. И мне кажется, будто бы у него какая-то другая физика у юбки, и выглядит это неплохо. Как обычно, яйца по скидке, и честно, их так очень выгодно покупать. Вы всего покупаете 60 яиц за 300 драгоценных камней. В крошке Чабби наряд «Летняя улица». Где-то в какой-то версии он стоит дефолтным, вроде в китайской. Вот, добавили нам его. В ежедневном пополнении все как обычно, ничего не поменялось. Также наборы. Добавили опять два наряда. В донат за $2 и в донат за $5. Кто-нибудь знает этот наряд Звездное озеро? Да, это тот самый наряд, который надет на девушку и парня, когда вы заходите в игру, то есть загрузочный экран, и там вот девочка и парень в этих нарядах.
все как обычно, ничего особо интересного нет. Но дали еще нам награду за поддержку. И вот такое маленькое обновление вышло у нас сегодня. Но на следующей неделе должны добавить кое-что большое. Также Lucky Slot будет очень крутой, честно. Также приглашаю вас в команду Лукизм ID118. Я вас жду. Всем спасибо за просмотр. Приятной игры.